У вас в жизни бывали настолько безумные моменты, что вам самим не верилось в их реальность? Мы разработали нейротехнологии, позволяющие нам раскрыть свой полный потенциал. Вы остаетесь собой, только лучше. Кто? И как? Это все кольцо. Оно переносит на 57 секунд в прошлое. Отпад. Счастливая семерка. 15. 15, черная. Да. Большое спасибо. Ты банк ограбил? Я сходил в казино, и мне повезло. У меня есть свой козырь. Франклин, кто это? Это моя близняшка Наталин. Она умерла из-за их обезболивающих. Эти пилюли убили мою сестру. Я вижу у тебя жажду правосудия. Сик Торренсон обрек тысячи людей на погибель. Он знал, что этот препарат смертоносен. Как не допустить повторения трагедии? Ты задаешь неправильные вопросы. Реальный прорыв – это… Путешествие во времени. Не слушай завистников, Франклин. Счастье можно купить за деньги. Тебе нужна не месть за сестру, а власть. Не дай интеллектуальному страху вот здесь заглушить голос того, что горит вот здесь. Я хотел бы исправить свои ошибки. Ты применял эту штуку на мне? Джош Хатчерсон. Морган Фриман. Нельзя постоянно перематывать время назад и переделывать прошлое. Вы так представляете себе будущее? Времени не хватит. Пристегнитесь! 57 секунд.